Скажите, пожалуйста, в контексте какого праздника, что... В контексте праздника Хэллоуин, а также ирландского праздника Самайн. Можете рассказать подробнее, что он символизирует? Канун Дня Всех Святых. Изначально, если совсем-совсем вкратце, это день перед священным, святым католическим праздником. День, когда ослабевает связь между мирами, когда нечисть напоследок выбегает пошалить. Потому что следующий день будет святой, и ей придется забиваться в норы, дабы не сгореть под святым пламенем. То есть аналог нашего канона Рождества? Да? Да, да, то есть вот это самый-самый близкий аналог. По времени просто мы не уверены, что на Рождество получится, будет очень холодно ходить костюмированно. Поэтому сейчас это удобно получилось приклеить к заграничному Хэллоуину, а также к ирландской традиции Самайна. Спасибо большое. Куда нас ведут? Ава Мария! На Иерусалим! И картошечку! За Беларусь! Здорово, Марина! Я видел колено на спине. Хорошо. Да быстрее, шустрее! Я хочу быстрее, чтобы я... Куда? А это уже...